На канале НТВ продолжается премьерный показ 16-серийного детективного сериала «Охота на певицу». Что же будет в новых сериях? 9 и 10 серии. Немчик появляется у Сялова, чтобы выяснить, кто такой дублер и кто заказал Мирону певицу. Обладая звериным чутьем, Сявый чувствует, что непрошенный гость пришел убивать. Немчик выясняет, что дублер отбывал срок по вине певицы, а заказ на нее поступил от кого-то из МВД. Гордину не дает покоя мысль, что хамелеону известно, где живет Марина и ее родители. Маньяка-сыщики знает все, а сыщик о нем совершенно ничего. Сотрудник милиции Марченко внедряется в круг фанатов певицы. Ему удается втереться в доверие к Вике Лебедевой и стать ее любовником. Бабич навещает Марину, пытаясь убедить в том, что Гордин не стоит ее любви. Женщина дает отпор бывшему любовнику. Немчик жестоко убивает Мирона в бане. Он находит там сейф, где хранится компромат на многих высокопоставленных особ и архив на представителей криминального мира всего Советского Союза. Изучая документы, он находит запись телефонного разговора, где обсуждается убийство певицы в Ленинграде. И теперь он знает, кто заказчик. Гордин показывает Вике фотографии убитых хамелеоном людей, и девушка соглашается сотрудничать. Она проникает в каморку хамелеона и находит множество фальшивых документов. Немчик чувствует, что в его каморке кто-то был, и это была Вика. Она обо всем догадалась, и она обречена. Марина на даче разбирает мешки писем, адресованных певице. Одно письмо привлекает ее внимание. Написано оно детским почерком. Ребенок предупреждает о готовящемся убийстве. 11 и 12 серии. Гордин приносит Копанцу записку с предупреждением об убийстве, написанную детским почерком, а также чемодан с личными вещами хамелеона. Влад требует, чтобы генерал срочно доложил о существовании маньяка министру МВД, но тот приказывает отправить Гордина в психлечебницу. Марина просит Бабича помочь вытащить мужа. Тот убеждает генерала выпустить зятя. Если маньяк убьет певицу, карьере Копанца придет конец. Необходимо позволить Гордину ловить хамелеона, а Бабич за ним проследит и в нужный момент от него избавится. В Ленинграде хамелеон вычисляет дублера, убивает его и проникает в гостиницу, где поселилась певица. В руках у Марины оказывается уже несколько писем одинакового содержания, написанные детским почерком. Недетская лексика наталкивает ее на мысль, что письма писал взрослый человек. Немчик продолжает убивать людей из своего прошлого. Он встречает в Ленинграде Гордина, и опасность быть пойманным становится более чем реальной. Бабич, проанализировав старые дела Гордина, докладывает Копанцу, что тот был прав. Хамелеон действительно существует, и на его счету десятки убитых. И сейчас очень важно сделать все, чтобы преступника взял не Гордин, а именно Бабич. Премьера новых серий состоится с 27 апреля на канале НТВ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.